Всем привет, это я, Юля. Я вчера забыла вставить кусок видео, как я собиралась на день рождения, точнее, как я запаковывала подарочек для Касима. Выкидывать этот кусок мне жалко, потому что я очень долго его запаковывала. Поэтому будьте добры, посмотрите. Приятного просмотра. Так, ребята, значит, собираю подарок для Касима. Мы идем сегодня на день рождения Касимчику, у него день рождения. Я купила вот такую вот коробку, которую я хочу обклеить наклейками. Касим очень любит птиц, он просто помешан на птичках. Мы когда идем в магазин, что-то я передержала брови, что ли, такие прям выразительные, хотя мне нравится. Значит, мы когда с Мадиной идем в зоопарк, он не идет вообще к другим зверям. Он спрашивает, когда мы пойдем к птичкам, останавливается у клеток, и он знает название всех птиц. В общем, он просто помешан на птичках. Поэтому у него будет птичий подарок. Я накупила кучу птиц, абсолютно разных. Я думаю, наверное, еще раз вытащу. Я хочу чуть-чуть побольше вот этой бумаги сложить. Это я так предварительно. В общем, накупила кучу разных птиц. Вот таких вот они, прорезиненные. И запакую их в эту коробку. Во-первых, птички, как он любит. Во-вторых, эффект тоже такой неожиданности. Открывает. О, еще одна. Мне кажется, для ребенка интересно такое будет. Я набрала все возможных. Даже случайно заказала парный, но парный я убрала. Вот это вот Соньке понравилась сова. Тут и домашние птички, и не домашние, короче, все возможные, да? Вот это мне понравилось. Два орленка. Я просто думала, что же с птичками ему подарить. Ну, какие-то игрушки есть еще мягкие. Ну да, кстати, есть тоже прикольные, мягкие, с перьями настоящими, да? Потом мне пришла эта идея в голову, и мне показалось это, ну, классно. Я представляю себя на месте ребенка, вот так вытаскивать, если бы это был дидл в моем случае, да. Тукан, конечно же. Так, получается 26 птичек, вот абсолютно разных. Вот петух домашний, вот страус. Такие, да, не прорезиненные, я думаю, можно будет с ними отлично играть как раз. Вот это тоже прикольный пеликан, смотрите, с рыбкой. Или вот это мне понравилось с ребеночком. Да, в общем, разные птички. А также взяла еще книжку «Птицы». Я сколько искала, это одна книга на весь магазин была. Больше, а мне продавцы помогали, тоже не смогли найти. Тут есть наклейки с птицами. Вот тоже пеликан, тукан. И... О, вот таких птиц я видел, можно что-то наклеить, да, и всякое разное про птичек. Это на русском книжка. И взяла еще вот такую от Джулия Дональдсон и Аксель Шефер. Die hässlichen fünf, пять ужасных. У нас тоже есть такая книжка, нам нравится с Соней. Тут тоже, конечно, есть про птичек, но больше просто про животных. В стихах книга. Я почитала по-немецки, по-русски. Мне больше нравится, как по-русски звучит, но, может быть, мне просто так привычнее, да? Ну, Касим больше у нас по-немецки говорит, поэтому вот эту книгу взяла на немецком. Про ужасных животных, которые, кто из них, типа, страшнее всех. Да, и в итоге вот он говорит, нет, я страшнее. Каждый там рассказывает, почему он страшнее, у него там бородавки, то все. И в конце заканчивается книга тем, что выбегают их детки и говорят, для нас вы самые прекрасные, самые красивые и ничего не ужасные. Вот такая классная книжка, обожаю Джулию Дональдсон и Акселя Шефера, поэтому вот, вот такой подарочек сейчас запакуем. И также я еще заказала наклейки с птицами. И сейчас мы коробку обклеим ими.
птички, которые ты ему подаришь. Мне с тобой. Можно. Ой, эти чёрчик. Да, эти нет, Сань. Эти нет. Мы будем клеить ему только птичек. Он же птичек любит, правильно? Ой, ты точно. Ну, это с птичками, да? Да. Ты мне выбирай, какую клеить, а я буду клеить, ладно? Все. Я не люблю. О, тукан мне еще любит. Я пойду тукан. Тукан любит, да? Да. Ой, я есть. Хочу мне такой игрушку. Да? О, ты так выглядела. Вот. Угу. Вот. Ну, подожди, не так быстро. Хорошо. Я думаю, что будешь спать. Ты спать хочешь? Нет. Могу спать, да, сегодня? Да. Хочу мне нас дуть. А? Да? Нас здесь хотим сдуть. Он спит сейчас, Ань. Мы как раз успеваем, нам же еще надо, видишь, доделать подарок, потом нам надо... Мама, он не спит, мы будем подарок. Угу. Давай, какую еще? Там есть птичек вот взять? Да. Там уже я положила две книжки и птичек всех. А. Ты ему подаришь, да? Да, хочу только я. Вот эту? Давай. Какие ты хорошие выбираешь, мне нравится. Ой, розовая птичка. Розовая птичка? Да, можно это тоже. Конечно, можно. Да. Ой, как красиво. А что я красивая птичка? Сейчас. Я так. Я люблю тебе сюда, и хорошо. Хорошо. Вот, иди там сюда. И показывай птицу. Да? А вы на котова. Вот, там все, смотри. Вон, смотри, какая еще красивая. Вот. Смотри, вот другого растения. Голова. А вот теперь одна, мама. А вот теперь одна. А вы, я думаю, синий. Светлый. Это? Да. Окей. Вау, вау, красивый. Так. Я сейчас приеду синий. А что я буду приеду синий? Ребят, обклеила всю коробку снизу, сверху, сбоку. Все в птичках. Ничего себе. Смотрите, какие палочки Соня открывает подарочек. Которые день рождения всем давали. Вот эти палочки прикольные, мы их сейчас... Мама, хочу посмотреть. Вот так их ломаешь, и они светятся. Пузыри! Пузыри, да. Можно уж катать. Да, у Ливаны будешь запускать. Давай мы опалкиваем. Можно один раз? Один раз, давай. Как это? Нет, он закрыт еще. Все, Соня, давай, нет времени. У Ливаны тогда все сделаешь, все. Хорошо. Давай, закидывай. Чупа-чуп твой. Вот, смотри. Это супер хай.
Супер Халк. Как и Колю, как Ахилл. Как что? И Колю. Как у Никола? Да. А. И Шарик. Ну все, давай одеваться. Куда мы идем? В машине. Сюда. Я доброе утро вам говорила, ребята? Если нет, то тут доброе утро. Стакан. Все, дала ребеночка своего. Такая довольная-то. Ну, кстати, нормально так, каникулы. Сейчас что, вторая неделя, да, у нас идет? Куча всего. То туда, то сюда, то там день рождения, то тут. И, то есть, она не одна дома там со мной сидит, а без конца какие-то друзья, подружки. Уже такой возраст, что можно и где-то оставить, и ей интересно с кем-то играть, и классно. Я еду на танцы, я собиралась сегодня после танцев взять с собой компьютер, пойти куда-нибудь завтракать, монтировать. Погода классная. Сегодня просыпаюсь, думаю, блин, я так спать хочу, вообще не представляю, сейчас что-то там собирать, думаю, не пойду, приду домой, завалюсь. В итоге сейчас уже еду в машине, уже взбодрилась, сейчас еще потанцую, взбодрюсь, но уже ничего не взяла. Уже не собралась я в этом спортивном костюме, конечно же, я уже никуда не пойду. Ну, может быть, просто погуляю себя на райончике, чисто погулять-то надо. Вообще не гуляю, ну вообще не хожу. У нас почти 10 утра, 25 градусов. И вот такая красота. Давайте посмотрится лучше на Берлин, да, чем на Мюнхен. See you when you came home. 'Cause you always try to hurt me and that's so low. When I talk to you about it, you're in defense mode. Whoa, oh, 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 oh.
закончили. Супер. Я тут закупилась, потому что у меня пустой холодильник. Сегодня вечером приедут дети. Я хочу сделать фаршированные перцы. Купила еще огурчики, всякие фрукты, овощи. Купила вот такой хлеб и заказала для сэндвичей такой тостер, который я в детстве их обожала есть, для горячих бутербродов. Сливы взяла, хлопья взяла, макароны, в общем, все как обычно, ничего особенного, рыбку сейчас поем. Вот, как-то так, ребятушки. Еще взяла картофанчик. Вот. И сейчас мы, знаете что, мы сейчас позавтракаем. В 3 часа дня! В 3 часа дня! Офигеть! Мы сейчас позавтракаем. И попробуем еще раз сделать кофе. Вы мне написали пару лайфхаков, почему у меня не получилось. Ну, что мне сделать? Попробовать, может быть, не так сильно утрамбовывать, не так сильно забивать, и кофе не проходит, и не так сильно молоть, потому что я перемолола прям вообще в порошочек. И говорят, что не такой нужен мелкий помол. Вот, попробуем с вами. Так, я сделала, теперь кофе слишком, ну, что-то одна вода. В общем, надо найти нужную консистенцию и сколько надо запихивать. Но это точно не эспрессо. О! Вот это уже... Нет. Блин. Что такое? Так, попытка номер 3. Да ну блин, ну что ж такое? Я уже по-разному молола, уже поменьше и прям полную забила. Ну это точно, ну что это такое? Ладно, я еще поэкспериментирую, но уже не сейчас, потому что... Ну, во-первых, капсулы кончились, их надо вымыть теперь все. Во-вторых, нет времени у меня сейчас на это. Я сейчас посмотрела просто офигенский интересный выпуск на канале у Меньшовой. Как с помощью почерка находить преступников, выявлять скрытые... Что-то там. Короче, вот эта офигенная женщина, как психолог-графолог, я не знаю, короче, которая работает с почерком. Это так интересно! Это офигенный выпуск, я настоятельно рекомендую его посмотреть. И вот в конце они говорили о вот таком вот тесте. Графический тест Вартега. Здесь, значит, нарисовано 8 квадратов, пронумерированы они, и в каждом квадрате, да, какие-то начало рисунка. И вот твоя задача продолжить этот рисунок, рисовать что угодно, нарисовать и подписать, что ты нарисовал. Да, графологи, они занимаются тем, что они по твоему почерку, по рисункам, могут портрет такой о тебе создать. И на самом деле такая интересная передача, она там разбирала разные почерки, да, и не зная, что это за люди, и давала вот их психологический портрет приблизительный. Там был и Жириновский, и ученый, и актеры, и Высоцкий, да. И она так круто их описывала, такое
попадание было. И Меньшова еще такая говорит: вы так четко все это предугадываете. Она говорит: я не предугадываю, анализирую. Она говорит: да, действительно, говорит, это нам просто кажется так, как чудо, но на самом деле это профессия такая, это анализ. К ней даже обращались там, ну вот, например, с полицией, да, когда нужно было, криминалисты точнее, когда нужно было выявить что-то о преступнике, а ничего, кроме, например, каких-то анонимных писем, не было. И ты даже не знал, за что ухватиться, и вот в таких случаях очень помогают вот такие вот люди. Ну, в общем, вернемся к тесту, да. Ой. Тут, значит, можно нарисовать все, что вы думаете. И далее я это сделала, но мне, конечно, трудно самой составить свой портрет по этому рисунку. Тут, конечно, описывается, что означает первый квадрат, что второй. Ну, вот, например, первый квадрат. Вы, кстати, не бойтесь, это не спойлер, если вы хотите этот тест пройти. Даже если вы знаете уже, что означает каждый квадрат, все равно вы можете это проходить, вы все равно туда внесете что-то свое, даже зная все заранее, о чем и как, если будете стараться что-то туда, может быть, другое внести, неважно. Короче, можно в любом случае его пройти. Ну, например, вот, я не знаю, там первый квадрат, да, символически. Точка означает начало, мгновение, середину чего-либо. В психологическом смысле она отображает эго-концепцию. Я, мировоззрение, поиск себя, самость человека. Да, и вот кто что там от этой точки начинает рисовать. Рисунки абсолютно разные. Вот, смотрите, пример. Кто-то нарисовал, да, вот цветочек отсюда. Здесь, где вот такие палочки были, он дом нарисовал. Здесь, где точечки, он там пару нарисовал. Да, и дальше идет разбор. Сначала вот тут описывается, что каждый квадрат означает. Потом на примере вот этого рисунка разбирают. Потом на примере вот этого рисунка разбирают. Так интересно, на примере вот этого. Вот мой, кому интересно, может быть, меня смотрят какие-то графологи, психологи. Вот мой, то, что я нарисовала, посмотрите. Я, правда, не написала, что где. Но очень интересно, да. Это у меня пики. Это, значит, я лесенку с пьедесталом. Здесь какой-то смайлик, здесь вот. Вот этот квадрат говорит о том, как вы по жизни двигаетесь и как справляетесь с чем-то. У меня, да, как будто бы вот действие, препятствие, действие, препятствие, действие. Ну, кстати, заканчивается на действие. Вот, это что-то о женственности говорит. Это там, как вы... восьмерка, ну-ка, что еще раз-то было? Восьмой квадрат... там нарисована, да, у нас изначально вот такая вот дуга. Восьмой квадрат. Дуга означает защищающее начало гармонии, безусловное принятие чувства защиты. Психологически отражает душевную основу, уравновешенность человека, чувство удовлетворения, внутреннее чувство защищенности. Говоря об этом тесте, нельзя игнорировать графические признаки, особенности нажима, толщину штриха, скорость движения, динамичность, статичность, акцент на форме рисунка или на движении и так далее и тому подобное. Рассматривая просто содержание рисунка, можно иметь приблизительное представление о нормативности или проблемности изучаемого аспекта восприятия отношения человека в этой психологической области. Рассматривая же графические признаки, особенно почерк, можно получить информацию гораздо более информативную, касающуюся комплексного строения личности. Почерк дает понимание того, что происходит с человеком, почему это происходит, как давно это происходит и так далее и тому подобное. И вот смотрите, кто-то тут в последнем квадрате нарисовал зонтик, побег от дождя. И я нарисовала у себя тоже, кстати, зонтик, только он еще там с линиями, и дождь, это капает дождь. Вот что тут описывают об этом? Побег от дождя. В рисунке видно желание человека найти убежище, место, где можно скрыться от внешних воздействий, негативного влияния окружающей среды. Необходим отдых, возможность ощутить себя в безопасности. Местоположение квадрата отражает суперактуальность этого намерения на сегодняшний день. Местоположение квадрата? Ну так он же статично там и был. Там, короче, надо было еще как-то писать, в каком порядке вы рисовали. Может быть, вы сначала тут нарисовали, потом тут. Если это сосед, ребята. Нет, ребят, это был не сосед, это пришли дети. Ну что, как дела?
Просто сумасшедший дом. Сумасшедший. Они весь день играли, Соня, не надо. Вот, кстати, да, она вот так за тобой повторяет и начинает кувыркаться, и неправильно кувыркается, она же через шею. Очень опасно. Соня, не надо. В общем, это пришел на соседа дети. Весь день. Сейчас я сниму, секундочку. В общем, они весь день играли, Они прибегают, Соня как заведенка. Ливана, ну что, давай играть? Это ребенок мега активный. У нее просто нескончаемая активность. Просто офигеть можно. Дурдом. Почему я подумала про соседа? Потому что он мне только что писал. Я же ему сегодня отменила. Я пишу, я надеюсь, что он не смотрит мой канал и не видит этого. Но с другой стороны, если видит, значит... Такова судьба. Я ему отменил сегодня нашу встречу с детками, потому что моя была весь день у Ливаны. Я пишу, к сожалению, не получится. Соня будет только вечером дома. Он пишет, окей, ладно. Потом опять мне пишет, а во сколько вечером она будет? Может быть, вечером Маня поиграет? Я пишу, вечером она будет уже, когда надо спать. Так что, увы, нет. То есть она приедет ко сну. Он такой, ладно. А как насчет завтра с утра? Она в 10:30, моя дочка, уже уезжает, но до 10:30 она может. Я говорю, это очень рано, я вообще с утра никого не хочу видеть, я не хочу ни с кем разговаривать. Мы просыпаемся с Соней, позавчера в 9:30 проснулись. 9:30, пока мы проснемся, мне надо первые полчаса, чтобы меня вообще никто не трогал. Я частенько еще могу часик валяться в кровати, там Соня пока идет играться, она уже знает, что мама трогать не надо. Я спокойно просыпаюсь, мне нужно спокойствие, мне нужно полазить в телефоне, потом я встаю, пока мы почистим зубы, пока мы позавтракаем. Да, время уже будет там где-то 10:30, если мы в 9:30 встанем. То есть мне не надо, чтобы в 9:00 у меня тут уже был балаган. Я пишу, к сожалению, это слишком рано, мы только встанем, позавтракаем. Он говорит, ладно. Говорит, она в воскресенье еще будет, как насчет воскресенья? Как-то это все очень настойчиво происходит. Я повторюсь, я не против, чтобы наши дети играли, но мне хочется какой-то легкости. Вот спонтанно. У меня сегодня дочка, ты свободна? Нет, спуститься? Нет, все. Как-то вот это вот заранее планировать, договариваться. Вот это все. На каблучка. Что? Хлопья. Хлопья хочешь? Жарки. Хорошо. Смотри, я купила вот такие. И вот такие. А покажи Ливану. Иди покажи. Хотите хлопья, я вам сделаю. Как-то хочется легкости, а не вот это вот планирование, как немцы любят, да, планировать. У меня такая жизнь, да, то есть я сегодня не знаю, что я буду еще делать, например. Мне могут спонтанно позвонить подруга, и у нас какие-то планы организуются с детками куда-то поехать, да. Я не могу из-за того, что наши дети тут будут играть, теперь отказывать подругам, правильно? Нет. Поэтому я отказываю ему, вроде он нормально воспринимает, но как будто бы потом какое-то у меня такое странное немножечко чувство. Потом он говорит, а что вот насчет воскресенья? Я говорю, мы в субботу уезжаем, так что воскресенье у нас тоже не будет. То есть я ему за сегодня уже несколько раз отказала, да, что сегодня, к сожалению, не получится, завтра утром тоже не получится, вечером тоже не получится, и воскресенье у вас не будет. Я думаю, наверное. Мне опять пишет. Но мы можем хотя бы спуститься просто у двери, обняться, детки, чтобы обнялись, моя скучает по твоей. Говорит, она уже дома? Я говорю, нет, я дома, Сони еще нет. Он говорит, просто она хочет спуститься, сказать спокойной ночи. Он же знает, как тяжело они потом расстаются, вообще дети в таком возрасте, да, если они уже играют, то они хотят играть до упора, я написала просто, что я дома, а Сони еще нет, ее еще действительно не было. Он говорит, тогда я могу тебе сказать спокойной ночи. Я думаю, вообще-то я еще не ложусь, и ты тоже, че к чему, я не знаю. Я не знаю, как на все это реагировать, не понимаю. У меня такое странное чувство. Я вам уже говорила, с одной стороны, вроде не мешает мне все это, и я только за, чтобы детки играли, а с другой стороны, что-то меня напрягает. Не
А. Ладно. Ах, ребят, лежу уже минут 40, наверное. Уже все тело прошлось, уже по второму кругу тут ноги массирую. Сонечка там в комочек скрутилась. Ливана тоже там уже спит. Я хотела помонтировать, ведь не знаю. Или спать лечь. Не могу закончить массаж. И вот я делаю, пока батарейка не садится. Меня многие спрашивают, где его, где купить, чтобы я оставила ссылку. Ссылки я оставляла под видео. Это с сайта Temu я заказывала. В принципе, если на мой канал зайти, чуть-чуть проскроллить вниз, там прям на заставке оранжевым написано Temu. Вот там все ссылки. Но я попробую найти его еще раз и продублировать под этим видео, ну, оставить ссылку, потому что под каждым видео меня спрашивают, когда я его показываю. Реально кайф. Стоил он что-то, я не знаю, 20 евро примерно. Ладно, на этом все. Мы увидимся с вами завтра. Всем пока.